Несмотря на постоянные просьбы сбежавшего из России шоумена Максима Галкина не снимать его выступления, зрители продолжают фиксировать каждый его конфуз на сцене во время гастролей по США, Европе и Израилю. Об этом юмористу напомнил публицист Михаил Шахназаров в YouTube-шоу «Полный абзац». Во время своих выступлений Галкин практически умоляет публику не снимать его на видео, поскольку опасается последствий своих антироссийских шуток. Однако регулярные призывы мужа Аллы Пугачевой, судя по всему, остаются без внимания поклонников, которые публикуют в интернете каждый новый конфуз шоумена. Галкин забывает, выходя на сцену, что ведется съемка. И, как бы он ни просил, его все равно снимают, отметил Шахназаров. Социальные сети регулярно пополняются новыми видеороликами с хамскими шутками юмориста и откровенными оскорблениями в адрес неприятных Галкину личностей. Пародист не брезгует и пошлыми фразами во время выступлений перед аудиторией, большую часть из которой составляют покинувшие Россию пенсионерки. Возраст публики, видимо, не смущает артиста, который продолжает веселить гостей непристойными высказываниями, указывает публицист. Однако, несмотря на все старания комика понравиться зарубежному зрителю, гастроли Галкина вряд ли можно назвать успешными. Антироссийские шутки уже приелись западной публике, а внимание русскоговорящей аудитории шоумену привлечь нечем. На кадрах с концерта Максима Галкина в США видно, что продать дорогие билеты у сцены сбежавшему артисту не удалось.